Здравствуйте, молодежь! Это рубрика «Автоответчик». Мы все будем старшими, а потом и старыми. Так что давайте уже сейчас думать, как можно помочь пожилому человеку. Первым делом внесем растерянность в массы. Что думают прохожие? Проводить с ним больше времени, чем мы проводим. Рано или поздно это с каждым из нас случится, и как-то пытаться, не знаю, уважать, что ли. В зависимости от того, в какой помощи он нуждается. Смотря чем. Просто помочь и все. Обычно взять и помочь просто. Смотря какая помощь ему нужна, просто взять и помочь. Начиная от куска хлеба и заканчивая всем остальным. Вскопать огород, посадить дерево, помыть посуду, хватит. Материально надо ему помочь? Денег дать, потому что очень мало пенсии. Денег. Проявить заботу. Любить его. Очень даже может быть. Спасибо. Моголь, а ты как насчет помощи дорогим нашим старикам? Не скажи. Может быть, я ее перевел? А ей не надо было это. Пойдемте, бабушка. Что? Пойдемте. А мне туда. Послушайте, да, недоброе дело туда. Надо сделать, бабушка. Да мне туда. Да не надо вам туда, бабушка. Есть уйма способов помочь пожилому человеку, но наш ответ – уделите ему внимание. Ведь на закате жизни нет ничего ужаснее одиночества. Ну и, конечно же, иногда переводите через дорогу. Подписывайтесь на наш канал, получайте интересные ответы, а сюда присылайте волнующие вас вопросы. Автору самого интересного вопроса – добрая бабушка! С вами был Денис Жупник. Увидимся!